Инициативные жители Кронштадта своими силами восстанавливают комплекс береговых батарей. В 2014 году этот важный исторический объект военные перестали использовать, и он оказался брошен на произвол судьбы. Комплекс был построен еще в начале 20 века, выстоял в тяжелые военные времена, и только 3 года назад его окончательно перестали использовать российские вооруженные силы. Объект сохранился практически в первозданном состоянии, за исключением боевых орудий. Их там уже нет. Все же мирное время наложило на него свой отпечаток. Легендарная крепость стала превращаться в свалку и место наживы для охотников за цветными металлами. Спалялся мусор, остатки вот этих всех ящиков военных, пожитков тут, которые военные оставили в 2014 году, они эти батареи оставили, ну и просто ушли. И, в общем-то, ставили все на произвол судьбы, без всякого надзора, охраны. К сожалению, сразу тут появляются мародеры, которые начинают все срезать, грабить. Роман Шапошник и Станислав Воробьев загорелись идеей восстановления комплекса осенью прошлого года. Получили разрешение администрации и приступили к работе. Однако район финансировать проект не может. Активисты на свои деньги даже наняли охрану, чтобы защитить объект от вандалов. Их цель – открыть историческую экспозицию и сделать это место доступным для всех желающих. В январе объект уже посетили первые туристы, но работы еще много. Очень болит душа за это. Хочется сделать что-то от себя зависящее, чтобы хоть что-то сохранилось, хоть что-то можно было показать. В данный момент энтузиасты собирают экспонаты для выставки, чтобы к весне открыть полноценную коллекцию макетов и исторических схем каждого сооружения, а точнее к 18 мая в качестве подарка Кронштадту ко дню города. Однако уже сейчас все желающие могут бесплатно посетить комплекс и окунуться в атмосферу военных лет.